Всем привет! Вы на канале BileBlog. В этом видео я расскажу, как можно заработать при самом старте, то есть на регистрации в проекте SORRAR. Если вы еще не зарегистрированы или хотите пройти путь свой с самого начала, то обязательно досмотрите это видео до конца. Итак, как же все-таки заработать на самом старте при регистрации? Наверняка вы уже знаете, ну а если вы не знаете, то есть реферальная программа и партнерская программа. Это совершенно два разных вида. Ну а если вы еще не зарегистрированы, то регистрируйтесь по ссылке в описании. Ну а также не забывайте посмотреть вот это видео, потому что там я рассказываю про самую крутую свою личную партнерскую программу, которую я помогу вам и выдам самые крутые бонусы, которые еще никто ни разу не выдавал. Начнем, пожалуй, с партнерской программы, которая называется Affiliate Program. Ее вы можете найти на разных сайтах, либо в разных блогах. Обычно она заэвалирована под какими-нибудь баннерами, то есть рекламный баннер SORRAR. Скорее всего, если вы по нему перейдете, то вы получите Affiliate Program. То есть вы зарегистрируетесь именно под ней. Что же она вам дает? Вы получаете дополнительных 100 миллионов при драфте карт. То есть изначально вам выдается 400 миллионов, и вы можете взять одного-двух хороших игроков и остальных либо среднячков, либо уже аутсайдеров, если там выбрать 3-4. А как раз 100 миллионов помогают вам выбрать 3-4 хорошие карты, которые могут вам обеспечить призовые места и выигрыш редкой карты в руки лиг, то есть в лиге новичок. Это была третья по вкусности программа лояльности. Вторая по вкусности – это реферальная программа от игроков. Реферальную ссылку вы можете попросить у своих друзей. Она прям уже на стартовой странице горит зеленым цветом и написано на ней «Invite Friends». То есть они вам скидывают эту ссылку, вы регистрируетесь по ней и получаете совместную выгоду. Ну а если у вас нет друзей в проекте еще, и вы только нашли данный канал или же просто проект, то можете зайти в какой-нибудь неофициальный чат, зайти в какой-нибудь паблик по доходу или же как вообще проходит игра от третьего лица, ну и там найти эту реферальную программу. Ну и в конце концов, в неофициальном чате можете попросить себе ссылочку, чтобы вам какие-нибудь ребята скинули, потому что им выгодно и будет выгодно вам. Но в чем же заключается, собственно, выгода? Вы можете получить редкую карту от тир-1 до тир-3. На эту тему я провел небольшое исследование и сделал выборку из 300 игроков. Некоторые игроки получали 1-2 и более карт, а кто-то, как зарегистрировавшийся, получал только одну. И результаты выглядят довольно интересно, потому что здесь идет полный рандом, но шанс вероятности остается неизменным. Я немного округлил цифры, чтобы было легче воспринимать на слух, и также ввел название тир-4 для игроков, которые являются неиграющими, сидят на скамейке запасных, и почти в каждом матче у них висит в статистике ДНП, то есть не играл. Потому что их относят к тир-3, но это немного ошибочное суждение, потому что тир-3 игрок может играть постоянно каждую игру, выходить там замены, а может просто сидеть на лавке и быть незаявленным даже. Итак, 30% игроков получило только тир-4 карты, то есть игроки, которые до этого вообще не играли. Редкую карту тир-3 получило около 45% игроков, то есть игроки, которые в основном играют, но не приносят больших результатов и стоят примерно от 0,01 эфира до 0,1 эфира. Дальше наши проценты сужаются, 15% игроков получили карты тир-2, то есть которые мы можем продать от 0,1 эфира и выше. Ну и самый мизер получило 5% игроков карту тир-1, которую мы можем выгодно продать. Я видел то, что игроки продавали карты, которые получили в награды, такие как Матеус Делихт. Видел также карты Рудвормер. К сожалению, их не так много, как тир-3 и также тир-2. Но тут есть также небольшая ремарка. Чтобы получить эту карту, вы должны купить 5 игроков с аукциона. Неважно, какой редкости карты, возможно, вы купите 5 уникальных, но вы получите одну редкую карту от тир-3 до тир-1. Возможно, если вы купите 5 уникальных, то, скорее всего, вам выпадет тир-1. Но это все вымысел. Возможно. А возможно и нет. Так что, если кто готов купить и зарегистрироваться по реферальной программе и купить 5 уникальных карт, то напишите, пожалуйста, в комментарии, мне будет очень интересно за вами последить и все-таки
проверим теорию. Если дорого покупать, то выйдет ли хорошая карта или же достанется тир 4, который вовсе ДНП. Ну и конечно же, если вы уже пользовались реферальной программой, получали карту или же приглашали друзей и получали сразу несколько карт, то конечно пишите в комментарии, даже будет интересно почитать, каких игроков вы получали, не только мне, но и также моим всем зрителям. Посмотрим, все-таки правильная у меня статистика или где-то я допустил небольшую или, возможно, большую ошибку. Ну а если вам по-прежнему мало поощрений, которые предоставляет партнерская программа и реферальная программа, то переходите по ссылочке в описании и регистрируйтесь по моей ссылке. Также там есть ссылочка на видео, в котором я рассказываю все прелести и вкусности, которые я предоставляю по своей ссылке, если вы по ней зарегистрируетесь. Ну а если у вас остались какие-то вопросы, не стесняйтесь их задавать. Также наслаждайтесь игрой и поставьте лайк этому видео, если оно вам зашло. Ну и если ты не подписан, то, конечно, подпишись на него, наслаждайся и зарабатывай на Surrer. Пока!